Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. Дубленка. Наша задача ее полностью перекроить, покрасить. Она выгорела. Была она ярко-черная. Стала вот такой коричнево-черной. Это такая пропитка и была. Такими пятнами нанесена. Вот здесь вы можете видеть, где вот тень была, она черная и осталась. Ее сдавали в химчистку. И тем не менее, после химчистки вот она вот появился, у нее такой цвет все равно коричневый. Хотя сдавали красить как черную. Ну, уже достаточно потертая по подбортам. Вы можете видеть вот потертости все. Уже в ней клиентка не ходит. То есть она просто занимает место в шкафу. А модель подобрала себе сама клиентка, хозяйка этой дубленки. И модель очень интересная. Теперь это будет кейп. Модный, интересный, стильный кейп. Ну, посмотрите, уже интересно, как получится наша покраска черная. Чтобы был такой яркий, насыщенный тон. Приступим. И вот готовый результат нашего перекроя и нашей переделки. Вот такой замечательный кейп получился из обычной стандартной дубленки. Наш нерповый воротничок, он застегивается у нас доверху. Мы его немножко перекроили, изменив чуть-чуть форму. Также сделали новые кармашки совершенно, так как те были маловаты, чтобы закрыть. Наши места, ну не то чтобы закрыть, а чтобы руки влазили, было очень удобно в кейпе. Здесь тоже оторочили все нерпой. Но при этом здесь у нас щель для ручек. Вот так вот. Здесь тоже обработано тесьмой. Из дубляжа вход для руки. Также у нас вот отделка идет из тесьмы, из дубляжа. Полностью также по молнии у нас идет здесь. Боковой мы украсили вот такой пряжечкой. Также подхипку низа сделали меховую, вывернув ее. Ну, так смотрится сбоку наш кейп. Хочу отдельно показать, как прокрасился. То есть вы видите, после покраски остается тоже тиснение. Вот, ну, напыление, которое было. Также мы, естественно, после покраски тянули, набивали, и поэтому, ну, как можно видеть, ничего с дубляжом не случилось, не испортился он. И смотрите, как красиво вышла у нас спиночка. То есть теперь яркий черный цвет после покраски у нас получился, как новенький дубляж смотрится. И вот застегнутый воротничок. Также вы сейчас увидите видео на человеке, чтобы было видно, как смотрится эта вещь уже в жизни. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!